Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот слитки, связанные из остатков пряжи. Слитки очень красивые, вот таким вот интересным узором. Данные слитки я вязала на размер ножки 36, но по данному видео вы сможете эти слитки связать на любой размер ноги. Слитки я вязала из пряжи Alizela на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с принципом данных слитков. Данные слитки вяжутся из такой вот заготовки. Раппорт узора состоит из 4 петель. В каждой полосе я сделала по 2 раппорта данного узора. Вот если посмотреть поближе, видите, одна дорожка и вторая вот розовым цветом. И также во всех остальных. Только желтым цветом, когда я уже убавляла петли, я провязала 4 раппорта с желтой ниточкой. Смотрите, данный узор немножко косит в сторону, но страшного здесь ничего нет, вы не пугайтесь. Тогда, когда вы сошьете следок, у вас все будет сидеть ровненько и очень все красиво, полоса к полосе. Регулировать размер ножки нужно именно длиной вот этой вот заготовки. Я вяжу слитки на размер ножки 36. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы. Для размера ножки 36 соответствует длина стопы 23 сантиметра. Я от 23 сантиметров отниму 10% на растяжение. И это получается 20,7. Округлю в большую сторону до 21. И получается, общая высота моей заготовки должна получиться 21 сантиметр. Если померить в сантиметрах, как раз таки моя заготовка 21 сантиметр. Ширина заготовки идет стандартная, должна у вас получиться примерно 19 сантиметров. У меня вот здесь 19,5. Данные полсантиметра никакой роли не сыграют. Именно ширина данной заготовки, вот это высота слитка. Набираем то количество петель, которое будет равно 19 сантиметров в ширину. Так как плотность вязания у всех разная, нужно подобрать под свою плотность вязания количество петель. Я буду набирать 30 петель. У вас это может быть другое количество петель. Главное, чтобы ширина в 19 сантиметров у вас сошлась. И получается, вот эти вот 30 петель я вязала обычным ровным полотном до желтой моей части. И как определить, сколько нам нужно провязать до убавления петель? Убавление петель составляют 6 сантиметров. И эта величина также будет стандартная для любых размеров взрослых слитков. Поэтому я от 21 сантиметра отнимаю вот эти вот 6 сантиметров на убавление. И у меня получается, что я должна провязать до убавления петель 15 сантиметров. В итоге у меня до желтой моей части провязано 15 сантиметров. Итак, мы получим нужный нам размер ноги. Узор очень простой. У меня в данной заготовке получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 раппортов данного узора. Вы ориентируетесь не на мои количество раппортов, а главное, чтобы у вас сошлись ваши сантиметры, которые вы рассчитали для своего размера ноги. После того, как мы свяжем вот эти слитки, делаем один шов по пяточке, второй шов по мыску и обвязываем слитки любой ниточкой, которая вам нравится. Данные слитки я обвязывала ниточкой Alize Superlana Maxi.
Метраж в 100 граммах 100 метров. Вы обвязываете той ниточкой, которая вам нравится. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 30 петель. Кончик нити оставляем немножко побольше, чтобы сшить этой ниточкой задний наш шов следка. И далее приступаем к первому ряду раппорта нашего узора. Первая кромочная петля снимается, не провязывая на протяжении всего вязания. И далее нам нужно все петли провязать лицевыми скрещенными за заднюю стеночку петли. Таким образом, довязываем весь ряд до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля будет вязаться также на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Второй ряд раппорта узора. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли мы провязываем изнаночными. Последняя кромочная петля также будет провязываться изнаночной петлей. Третий ряд узора. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая на протяжении всего вязания. Далее нам нужно ввести вот эту вот правую спицу между первой и второй петлей на один ряд ниже. Вот у нас между первой и второй петлей вот такая вот протяжка. Я ввожу спицу под эту первую протяжку. Набрасываю рабочую ниточку на спицу. И у меня получается вот такая вот петелька. Делаем ее чуть-чуть больше, чтобы рисунок наш не стягивался. Далее вот эту вот лицевую петлю мне надо провязать лицевой скрещенной. За верхнюю стеночку я провязываю. Вот эти вот две петли являются раппортом узора в ширину. Теперь обратно вводим вот эту правую спицу между первой и второй петлей на один ряд ниже. Получается под вот эту вот протяжку, которая располагается между петлями. Вот таким вот образом с изнаночной стороны. Набрасываем рабочую ниточку на спицу и получаем вот такую вот петельку. Делаем ее немножко больше. Следующую петлю провязываем лицевой скрещенной. И таким образом мы вяжем до конца весь ряд. В самом конце, когда у нас остается 2 петли, мы таким же образом должны ввести нашу правую спицу между первой петлей и второй на один ряд ниже. Далее набрасываем нашу рабочую ниточку на спицу, делаем вот такую петельку, следующую петлю провязываем лицевой скрещенной и последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. У нас сейчас на спице находятся вот такие вот двойные петли. И следующий, четвертый, последний ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее нам нужно провязать по 2 петли вместе. Одной лицевой за задней стеночки. Вводим правую спицу сразу в 2 петли за задней стеночки. Провязываем одной лицевой. И так все оставшиеся петли по 2 петли вместе. Одной лицевой. Таким образом довязываем ряд до конца самостоятельно. Мы провязали 4 ряда в высоту. И у нас 4 ряда составляют раппорт нашего узора. Теперь повторяем с 1 по 4 ряд данный раппорт далее. Получается так, как у меня каждым цветом провязано по 2 вот такие вот дорожки. Это получается 4 ряда, 1 раппорт. И это получается 4 ряда, 1 раппорт. Получается, мы каждым цветом провязываем по 8 рядов. Далее вот этим вот фиолетовым цветом я буду продолжать вывязывать второй раппорт. На протяжении получается 4 рядов. Давайте еще один раппорт я с вами вместе провяжу. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее в первом ряду нам нужно провязать все петли лицевыми скрещенными. У меня это будет за задние стеночки. Сильно узор не стягивайте, довязывайте до конца ряда самостоятельно.
Переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли я провязываю изнаночными. Последняя кромочная также вяжется изнаночной петлей. Довязываем до конца ряда самостоятельно. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее нам нужно ввести нашу правую спицу между первой и второй петлей на один ряд ниже. И далее набрасываем нашу рабочую ниточку на спицу и делаем вот такую вот петельку. Следующую вот эту петлю с левой спицы я провязываю лицевой скрещенной. Обратно ввожу спицу между первой и второй петлей на один ряд ниже. Набрасываю рабочую ниточку, получаю петлю. Следующую петлю с левой спицы провязываю лицевой скрещенной. То есть все лицевые петли в данном узоре мы провязываем скрещенными. И таким образом мы вяжем весь ряд до конца самостоятельно. После того, как мы с вами провязали третий ряд, у нас петли получились двойные. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее мне нужно провязать по 2 петли вместе за задние стеночки одной лицевой петлей. Таким образом мы вяжем все петли. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Мы с вами провязали 2 раппорта ниточкой фиолетового цвета. Вот такие вот дорожки у нас получаются с лицевой стороны. Изнанка выглядит вот таким образом. Далее я нить фиолетового цвета обрезаю. И следующим цветом я буду также провязывать 2 раппорта. Это 8 рядов. Смотрите, когда меняем ниточку на другой цвет, вот эту вот первую кромочную петлю мы не снимаем, а провязываем лицевой. Это только в тех случаях, когда меняем на другой цвет нить. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эти 2 полоски. Далее я самостоятельно провяжу 2 серых полоски, это 2 раппорта, 2 голубые, 2 бордовые, 2 молочные и 2 розовые. В итоге я самостоятельно провяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раппортов. Но так как пряжа может быть у всех разная, спицы также могут быть разные, плотность вязания, ориентируйтесь не на мои количество раппортов, а на те сантиметры, которые вам нужно в итоге получить до убавления петель, на свой размер ноги. И после того, как я вывяжу розовую полосу из 2 раппортов, мы далее будем желтым цветом делать убавление петель. Швы, вот первый шов и второй шов по мыску, мы будем сшивать кончиками, которые будут оставаться от полос. Нам нужен кончик, получается, вот этот вот наборный, который мы с вами оставили. Один кончик у меня будет оставаться розовым цветом и один молочным цветом. Все остальные кончики можете прятать. Я вывязала основную высоту моей заготовки. Если померить в сантиметрах, вот моя заготовочка на данный момент 15 сантиметров получилась до убавления петель. Ширина моей заготовки 19,5 сантиметров. И после того, как мы с вами вывязали вот эту заготовку, у меня вот таких вот полос получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 полос в каждой полосе по 2 раппорта данного узора. И далее мы с вами будем вывязывать убавление петель на пальчике. У меня данное убавление петель вывязано желтым цветом. Вот так вот все красиво смотрится и аккуратно. Вы смотрите, как вам больше нравится. И примерно на убавление петель у меня уйдет 1, 2, 3, 4 раппорта данного узора. Убавлять петли мы будем в первом ряду данного узора 2 петли. И во втором ряду изнаночным также мы убавим 2 петли. Третий и четвертый ряд мы вяжем без убавления петель.
кончики практически я все спрятала по изнаночной стороне самостоятельно. Остался кончик, когда мы с вами набирали петли. Один кончик я оставила розового цвета и один кончик молочного цвета. Прикладываю желтую ниточку, никаких узелочков я здесь не завязываю. И именно вот этот желтый кончик я спрячу также по изнаночной стороне самостоятельно. Он нам не нужен. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее приступаем к вывязыванию первого ряда раппорта узора. Но в этом ряду нам надо с вами убавить 2 петли. Одну петлю мы с вами в начале убавляем, вторую в конце. Первые вот 2 эти петли я провяжу как одна лицевая скрещенная. Далее вяжу все петли лицевыми скрещенными, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня в конце ряда осталось 3 петли на левой спице. Я первую и вторую петлю провяжу также одной лицевой скрещенной за задние стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Мы с вами убавили в этом первом ряду 2 петли. Второй ряд раппорта узора. Первую кромочную петлю я снимаю, далее провяжу 2 изнаночные петли. Следующие 2 петли я провяжу 2 вместе, одной изнаночной. Далее вяжу все петли также изнаночными, не довязывая до конца ряда 5 петель. У меня в конце ряда осталось 5 петель на левой спице. Я первую и вторую петлю также провяжу одной изнаночной за верхние стеночки. Далее вяжу 2 изнаночные и кромочная. Переворачиваю вязание, и теперь у нас идет третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вставляю правую спицу между первой и второй петлей на один ряд ниже, под протяжку, которая находится между петель. Набрасываю рабочую ниточку на спицу и вытаскиваю вот такую вот петельку. Следующую петлю с левой спицы я провязываю как лицевая скрещенная. Далее таким же образом ввожу правую спицу между первой и второй петлей на один ряд ниже, под вот эту протяжку. Делаю петельку и следующую петлю с левой спицы провязываю лицевой скрещенной. И таким образом довязываем весь ряд третий до конца самостоятельно. Приступаем к четвертому ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за задние стеночки. И таким образом мы вяжем все петли по 2 вместе. Довязываем ряд до конца самостоятельно, вот таким образом. Мы с вами вывязали один раппорт данного узора в высоту. Далее я самостоятельно провяжу еще таких 3 раппорта ниточкой желтого цвета. В каждом раппорте получается по 4 ряда. Итого у меня провяжется 12 рядов. Провязывая раппорты, не забывайте убавлять петли. Получается, в первом ряду первую кромочную петлю я снимаю, далее вторую и третью петлю я провязываю как одна лицевая скрещенная. Далее провязываем все петли лицевыми скрещенными, не довязывая 3 петли до конца ряда. После того, как мы довязали до этих 3 петель, первую и вторую петлю я провязываю также одной лицевой скрещенной, последняя кромочная вяжется изнаночной. Далее переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду. Первую кромочную петлю мы снимаем, далее провязываем 2 изнаночные. Четвертую и пятую петлю я провязываю как одна изнаночная. Далее провязываю все петли также изнаночными, не довязывая до конца ряда 5 петель. Первую и вторую петлю я провяжу также как одна изнаночная петля. Далее 2 изнаночные и кромочная. И получается, во втором ряду мы также с вами убавим 2 петли. Третий и четвертый ряд вяжете так, как обычно мы вязали, без убавления петель. И таких 3 раппорта я провяжу самостоятельно. В итоге моя заготовка должна получиться 21 сантиметр на мой размер ноги 36.
У вас вот это вот расстояние на убавление петель, так же, как и у меня, должно получиться 6 сантиметров. Если, допустим, вам понадобится 5 рапортов для провязывания, чтобы получить данные 6 сантиметров, здесь ничего страшного нету. Провязывайте, значит, на один рапорт больше. Встретимся, когда я провяжу самостоятельно еще 3 рапорта в высоту данного узора ниточкой желтого цвета. Я вывязала, получается, желтой ниточкой 4 рапорта, при этом убавляя в каждом рапорте по 4 петли. И общая моя заготовка в итоге получилась 21 сантиметр, как я и рассчитывала для своего размера ноги. У вас это должно быть ваше количество сантиметров. Главное, чтобы вот эта вот длина основная сошлась с вашими расчетами. И после того, как я вывязала общую мою заготовку, мы будем закрывать наши петли. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Следующую петлю провязываю лицевой. И первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Мы с вами закрыли таким образом одну петлю. Сильно туго этот край не стягивайте, чтобы закрытие петель также было эластичным. Следующую петлю провяжу лицевой и первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Лицевой, следующую петлю провяжу и первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем все оставшиеся петли, пока у нас в самом конце не получится вот такая одна открытая петля. После того, как у меня в самом конце получилась вот такая одна открытая петля, шов мы разровняем. Далее кончик обрезаем побольше, чтобы сшивать вот этот вот шов. И этот кончик, который мы только что обрезали, протягиваем в петлю и затягиваем. Вот такая заготовочка у нас с вами получилась. Останется только сделать 2 шва и обвязать, чтобы красивый был у нас край, и слитки наверняка никуда не спадали с ножки. Сейчас вот самый первый кончик наш наборный вдеваем в иглу и будем сшивать вот этот шов. Получается, это у нас лицевая сторона, там, где идут вот такие вот полосы разноцветные, это у нас изнаночная сторона. Складываем данную заготовку пополам. Получается, лицевой стороной вверх, изнаночная сторона у нас идет вовнутрь. И сейчас сошьем вот этот вот шов. Вводим иголочку за кромочную петлю с изнанки на лицо, снизу вверх, и выводим иглу. Далее, получается, с этого края вводим иголочку также в кромочную петлю с изнанки на лицо, либо снизу вверх. И вот таким вот образом мы сшиваем. Далее в следующую кромочную петлю вводим иголочку снизу вверх, либо с изнанки на лицо. И сшиваем со второй стороны. И таким образом я сшиваю данный шов. Шов очень аккуратный. Мы сшиваем далее, пока у нас здесь в самом конце не останется 5 петель. Я сшила весь шов, у меня здесь осталось примерно 5 петель. Далее я продену иголочку во все 5 петель, вывожу иголку на изнаночную сторону и стягиваем. У нас вот такой вот шовчик получился. Вот эту вот нить закрепляем по изнаночной стороне и прячем. Далее, получается, я вдела в иголочку нитку желтого цвета и будем сшивать вот этот шов. И сейчас нам нужно вот эту вот рабочую ниточку протянуть сквозь кромочные петли в самую серединку. Вот эти скосы пока что, где мы убавляли петли, не будем сшивать. Сшиваем таким же образом, как мы сшивали первый наш шов. Вводим иголочку в кромочную петлю снизу вверх с изнанки на лицо и сшиваем одну сторону и таким же образом вторая сторона с одной стороны, со второй стороны.
И далее, получается, сшиваете полностью вот этот весь шовчик. Вот я сшила вот этот вот шов, ниточку разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. И далее будем сшивать вот этот вот шов по мыску. Сшиваем не закромочные петли, а вот эти вот петли, которые располагаются сразу за кромочной. Либо за вот эти вот внутренние изнаночные петли. Заводим иголочку снизу вверх за вот эти вот внутренние петли, которые располагаются сразу за кромочной петлей с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Ориентируйтесь не на вот эти кромочные петли, а на дорожке. Далее вводим иголочку в эту вот широкую дорожку, в петлю, которая располагается сразу за кромочной петлей снизу вверх с одной стороны. С этой стороны также ищем вот первую вот такую вот широкую дорожку. И со второй стороны, с одной стороны и со второй стороны. Далее вот у меня вторая такая широкая дорожка идет с одной стороны и со второй стороны. И таким образом сшиваете весь вот этот вот желтый шов. Смотрите обязательно, чтобы вот эти вот полосы совпадали друг с другом. После того, как мы сшили вот эту вот желтую часть, ниточку желтую прячу по изнаночной стороне самостоятельно. Далее в иголку я вдела ниточку розового цвета и будем сшивать розовую вот эту вот полосу. Также вводим иголочку снизу вверх за петли, которые располагаются сразу за кромочной косичкой с одной стороны и со второй стороны. С одной стороны. И также со второй. Вот на розовом цвете более лучше видно, что, видите, полосы вот эти вот совпадали у нас. Далее, после того, как мы сшили вот эту вот розовую полоску, ниточку вот эту прячу розовую по изнаночной стороне самостоятельно. И ниточкой молочного цвета я сошью таким же образом только половина вот этой вот полосы широкой. Но вы примеряете данный следок на свою ножку и сшиваете так, как вам будет комфортно. Если вы захотите немножко больше сшить, тогда сшивайте больше. Регулируйте данный вот этот вот шов под свою ногу. Мы, получается, с вами сшили полностью все швы. И далее нам нужно сделать с вами обвязку. Обвязка делается очень просто, справятся все желающие. Берем крючок примерно 3-3,5 мм, начиная вот с этой части задней. Вводим крючок в кромочную петлю, подхватываем нашу рабочую ниточку, вытаскиваем вот такую вот петельку. Далее этот крючок вводим в следующую кромочную петлю, и у нас получилось на крючке 2 петли, и теперь между собой их соединяем. Вот эту обвязку делайте не сильно тугой, чтобы она у вас более-менее была эластична. Далее в следующую кромочную петлю вводим крючок, получаем вторую петлю на крючке и соединяем данные 2 петли. И таким образом в каждую кромочную петлю мы должны ввести крючок и обвязать данные следки столбиком без накидов. Таким образом довязываете данную обвязку до самого вот этого вот конца. После того, как мы связали по кругу всю обвязку, далее вот здесь вот в конце нашей обвязки мы должны соединить с самым началом. Вводим крючок уже за 2 дужки кромочной петли синего цвета. Также делаем петельку и соединяем. Обрезаем вот этот вот кончик, протаскиваем его в данную петельку. И теперь вот этот вот кончик нам нужно спрятать по изнаночной стороне самостоятельно. И также вот этот наборный.
И после того, как мы с вами сделали обвязку, сшили все швы, вот такой вот следочек у нас получился. Очень красивый и яркий. И мы использовали остатки пряжи. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.